У меня на канале есть уже распаковка двух фигурок Железного Человека с AliExpress. Одна с закосом под фигурку Фанка, но там качество не ахти было. И вторая большая качеством прям поразила. Поэтому я решил заказать еще одну фигурку Марк 85 из кинофильма «Мстители. Финал». И, кстати, упаковка в этот раз должна быть фирменная. Но, судя по побитому пакету, Железный Человек добирался ко мне с боем. А ладно, меньше слов, больше дела. Давай смотреть. Да. Не, ну чё, с одной стороны, конечно, прикольно. Я думал, что там какой-то хлам сейчас будет, все будет подрано. Но китаец молодец. Вместо того, чтобы, ребят, чтобы он оформить мне лишнюю коробочку, чтобы все это было фирменное, плюс защитная какая-то коробка для транспорта, да? Он решил поступить по-другому, то есть он просто закинул в блистере самого Железного Человека, он пострадал, а вот упаковочку китаец просто мне ее вот так сложил, да, то есть теперь я сам могу ее разложить и собрать, и будет она у меня целая. Это, кстати, честно говоря, да, это прикол. Китаец прям гений. Я собрал коробочку, засунул туда содержимое самого Железного Человека, и вот так теперь выглядит упаковка. То есть, по сути, она приехала, получается, ко мне целая. Молодец, молодец, китаец додумался. Я уже думал, ему сейчас звездочки сниму, потому что мне прислал там дрова какие-то. Нет, все целенько, поэтому 5 звезд китаец. Ну, за упаковку, по крайней мере, он точно получится. Единственное, мне не сильно понятно, вроде бы в «Войне бесконечности», да, там был у него костюм Марк 85. Это где у него там уже нано-костюм был, где у него все трансформировалось. На упаковке написано Марк 50. Может, что-то я путаю, кто там прям такой ярый прям фанат, кто разбирается во всех этих моделях, напишите, какой же все-таки костюм был в «Войне бесконечности». Марк 50, как здесь написано, или Марк 85, не знаю. В общем, вот так выглядит упаковка. Уже на подарок, конечно же, зайдет. Все здесь абсолютно по-китайски, за исключением логотипа. Он на английском. С тыльной стороны вот так все это выглядит, то есть какие мы позы якобы можем, если что, поставить. Тут и подставка у нас фирменная есть. Внутри у нас по классике уже идет блистер, и, конечно, тут уже не все так красиво, как было изначально, все мятое-перемятое. В комплекте у нас идет вот такая вот подставка, она сборная, никаких защелок, ничего нет, просто одели крышечку и все, сняли. Не знаю, может, что-то здесь хранить можно. По качеству сама подставка достаточно хреновенькая, дешевый пластик, ну хоть логотипчик нормально нанесли. Также в комплекте, естественно, идет вот такой вот фиксатор для подставки, чтобы установить, ну и установить сюда уже модельку. Запасная такая вот деталюшка для крепления вот этих вот элементов, которые будут держать Железного Человека, это поворотный механизм. А вот это я вообще не знаю, что это такое, это где-то отломалось что-то или что это. В общем, вот такая пыптик такой еще валяется в комплекте. А вот, к сожалению, Железный Человек качеством абсолютно не блещет. Это хотя бы сразу видно по вот такому простому жесту. У него просто отвалилась нога из крепления, да, то есть шарнирчик вот этот, он фиксируется вроде, но он сильно разболтан. То есть, скорее всего, придется этот момент подклеить. Возможно, начитавшись отзывов, все там охали-ахали, какой он обалденный. Не знаю, ничего я здесь обалденного, к сожалению, не увидел. Ноги достаточно тяжелые, потому что вот эти вот элементы, стопы, они из металла. Вот эти части и вот эти. То есть, ноги реально очень тяжелые. Это для того, чтобы не использовать подставку и где-то просто установить саму фигурку. Качество пластика также дешевое, то есть он вообще такой не сильно даже особо и глянцевый. Ну вот посмотрите, то есть да, здесь много различных подвижных элементов, то есть колени у него гнутся, суставы вот здесь все гнется, и ножку отдельно. И влево, и вправо, то есть у нас все хорошо, подвижных элементов много. Ну, то же самое с этой ногой, то есть потом получается у него здесь и таз вращается, локти у нас тоже сгибаются, где у него руки мечи, да, получается. Суставы вот эти тоже подвижные, но тоже это все такое хлипкое, все до ужаса. Играться ребенок это развалит очень быстро.
Голова у нас также чуть-чуть лево-право, да, у нас есть вверх-вниз. С этим плечом тут то же самое, то есть как бы и так, ну это вот реально я делаю сейчас такое ощущение, что вот-вот оно у меня развалится. Естественно, я этим играться не буду, я поставлю эту фигурку в какую-то позу, но ножку мне придется подклеить. С тыльной стороны у нас вот такие вот, как они там называются у него, да, такие штуки, чтобы взлетать, или что он там с ними делал-то. А они просто вставлены, вот тут немножко есть поворотный механизм на вот этих вот фиговинках. То есть и все. Вот видите, как оно все закреплено. То есть это все выпадает. Это, в принципе, я буду все подклеивать, выставлять какую-то позу. К сожалению, да. То есть по детализации он вроде выглядит прикольно. Тут всякие выпуклые элементы, много всего есть. И тут он крутится и вертится. Но все это очень и очень сильно разболтано. И сама фигурка небольшая. А вот, ребят, вам для сравнения Железный Человек Mark 5 из прошлой распаковки. Посмотрите, какое качество пластика здесь. Оно здесь охрененное. Просто, опять же, все суставы гнутся. Фиксация достаточно жесткая у всего. Немного он у меня уже припылился. Но качество тут суперское. Отличная детализация. Как я говорю, все элементы сгибаются, огоньки. Все очень круто. Кстати, я оставлю ссылочку на обзор с вот этим вот Железным Человеком. Вот это вот точно фигурка достойна вашего внимания. Шикарная фигурка себе на подарок. Малому на подарок, фанату Marvel на подарок. Обалденно. Обязательно зайдите, посмотрите видосик. Кстати, в той же распаковке есть обзор вот такого вот карапуза Железного Человека. Ну, это закос под фигурку Funko. И вот так вот он смотрится уже на подставке. Попытался я изобразить что-то героической позы, но такое ощущение, что он просто хочет в туалет. В общем, ребят, внешне, в принципе, он симпатичный. Если вот просто его установить на подставочку, да, чтобы он просто стоял у вас в уголочке, ну, такой фанат ярый Marvel, на элитной фигурке денег нету, то такую, ну, в принципе, можно прикупить. Ну, хотя вот ту прошлую, что я вам показывал, да, Mark 5 с прошлой распаковки, да, прям вообще реально обалденная. Там денег абсолютно не жалко. Цена, кстати, одинаковая. Что этот стоит что-то там 22-23 бакса, что та фигурка. Но качество абсолютно разное. У этого в разы хуже. По детализации, да, неплохо. Поставить и просто любоваться, в принципе, можно. Играться категорически нет. То есть, вот вы ребенку купите, он реально за один вечер просто все это дело быстренько-быстренько разломает. В общем, не стоит на это, как говорится, тратить свои денежки. Вдруг, конечно, кому нужно, я в любом случае оставлю ссылку. Перейдите, посмотрите. Почитайте заодно отзывы, как люди все там расхваляют, хвалят. Ну вот, играться я бы не рекомендовал. Поставить, да, можно. Но не больше. В общем, вот такие дела, ребята. Вот такие дела.